Программы «Качество» и «Бизнес-среда» награждены дипломами престижного конкурса «Экономическое возрождение России». Журналистов чествовали накануне в Москве. Торжественная церемония состоялась в информационном агентстве «Россия сегодня». Организаторы отмечают, что попасть в списки финалистов – настоящая удача. Это удалось сделать и моему коллеге Дмитрию Ковалеву. Перед деловой журналистикой открываются по-настоящему глобальные перспективы. Известный телеведущий Дмитрий Киселев отметил, что сейчас именно представители СМИ смогут подобрать ключи на пути к оздоровлению экономики. Страна нуждается в эффективных рецептах, и они будут найдены в ближайшие годы, уверены эксперты. Казалось бы, есть учебники, вот, открывай, читай, выписывай рецепты. Рецепты есть, просто такого народа нет. Сейчас уже изобретают лекарства персональные для каждого человека, с персональной формулой. Я думаю, что как раз и экономическое лекарство для нашей страны должно быть именно таким персональным. Это не избавляет нас от того, чтобы измениться в будущем и приобрести более спортивную экономическую форму, для того, чтобы мы могли активизировать усилия каждого в нашей экономике. Чтобы подвигнуть людей не больше ждать от государства, а больше рассчитывать на свои силы, заниматься собственным бизнесом. В формировании благоприятного предпринимательского климата деловые СМИ должны участвовать активно. Сейчас, отмечают эксперты, в области экономики необходимо писать больше о предприятиях-передовиках и людях, которым удалось поднять свой бизнес с нуля. Большая заслуга в освещении экономических проблем принадлежит именно региональным журналистам, говорят уже признанные мэтры Пера и Эфира. Роль региональных СМИ в освещении экономических проблем России первостепенная, потому что я много лет веду эту премию и могу сказать, что с каждым годом все больше и больше представителей из разных регионов страны. И я вижу, как регионы развиваются, как люди туда едут, как люди стремятся поднять экономику, поднять аграрный сектор, поднять другие, все сферы экономики. Это очень важно, конечно, что мы их поддерживаем и что мы благодаря этой премии узнаем о том, какая работа ведется в том числе и в отдаленных регионах, уголках нашей страны. Конкурс «Экономическое возрождение страны» проводят уже в 21 раз. Особенно почетная награда – номинация лучшего регионального СМИ. В этом году дипломантом становится и наш телеканал. Организаторы отмечают, что проекты национального ТВ отличаются оригинальностью подачи и актуальностью поднимаемых тем. На победу претендовало порядка 200 работ. Дипломантами престижного конкурса стали порядка 40 журналистов. Организаторы отмечают, что количество его участников увеличивается каждый год. В этот раз большинство материалов было посвящено инновационным проектам предпринимателей и проблемам малого и среднего бизнеса. Члены жюри говорят, что выбрать победителей было непросто. Региональные СМИ прислали на их суд по-настоящему качественные работы. Освещать экономические проблемы дипломантам желают также достойно. Организаторы отмечают, что журналисты сейчас являются их главными партнерами. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика.